Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем добрый вечер, всем здравствуйте. Приветствую вас в городе Ульяновск. И сегодня состоится матч между «Волгой» и «Велесом». Для него в нынешнем сезоне лучшей лиги мира помогают ему Алексей Воронцов. Довольно серьезное лого. Здорово выпалил, посмотрите, приходится в стиле Игоря Акинфеева образца. Киртанов хорошо продвигает мяч дальше. Далее к штрафной передаче. Логуа, удар. Глебович. Второй голевой шанс. Да, прищепа. Ага, хитрости. Хороший перевод левее. И далее удар, и мяч оказывается в сетке ворот. 1-0 открывает счет Велес. И поздравляют все Владимира Кабахидзе, судя по всему. Логуа, серия финтов, раскачивает он Кутина. Прострел, удар, Климович, добивание, 2-0. Не только они способны из контроля над мячом что-то сооружать, но и в контратаке им убегать одно удовольствие. Лучший ассистент Велеса в этом сезоне Константин Киртанов открывает счет забитым мячом. Своим и удваивает преимущество Велеса. 2-0. В порядке Велеса. Азнаур Гирюгов. Высокая подача, удар, штанга, добивание уже. Поле Айдар Хабибулин. Один остался совершенно, пробил метров эдак с 11. Занятная статистика, удар в ближний угол, перекладина. Кстати, в такой удар, кажется, Кузнецов не верил от начала и до конца. Его потревожило Алексея Кузнецова. Посему 2-0 заканчивается этот матч. Вторая подряд победа Велесов.